2100 доз спутника ВИ поступило в Орловскую область накануне. Всего с начала массовой вакцинации от коронавируса на Орловщину доставили более 55 тысяч противоковидных прививок. По информации Департамента здравоохранения, отечественной вакциной привилось 30 тысяч орловчан. Более 43 тысяч получили только первую дозу. В числе привитых сотрудники общепита, социальные работники, учителя и даже чемпион России по картингу – орловский гонщик Леонид Панфилов. Сегодня дозу вакцины получил депутат областного горсовета Владимир Негин. Прививайтесь, пожалуйста. Давайте быстрее встретимся вместе на различных массово-культурных мероприятиях, концертах. И чтобы, еще раз повторюсь, как можно быстрее были отменены все ограничения, связанные с ковидом. Впрочем, говорить об отмене масочного режима, пожалуй, еще рано. Вчера из числа непривитых орловчан коронавирусом заразилось 59 человек, 75 выздоровело, один скончался.